Гладиатор Роман Верещагин на татами первенства Самарской области вышел бороться с одной целью – победить и поехать на межрегиональные соревнования. Дзюдоист входит в состав сборной региона. Теперь его задача – прописаться в сборной страны. И эта цель достижима, уверен Роман. Ведь в его копилке уже есть пятое место на Кубке Европы. Соревнования, конечно, важны, потому что это у нас является отбором. Дальше на первенство Приволжского федерального округа. Здесь встретились самые сильные спортсмены Самарской области, так что соревнования тяжелые, подходил серьезно, готовился тоже серьезно, и пока результат в финале, будем бороться за золотую медаль. На первенстве Самарской области выступали юноши и девушки от 21 года до 23 лет в 14 весовых категориях, кандидаты и мастера спорта. За призы боролись спортивные клубы и спортшколы Самара, Чапаевской и Сызрани. Схватки проходили почти в полной тишине. Из-за пандемии зрителей в спорткомплексе не было, и это, по мнению экспертов, даже помогает дзюдоистам. Спортсменам удобнее бороться, когда меньше зрителей, потому что они меньше отвлекаются. Слышно твоего тренера, который все время тебе подсказывает, когда какие-то задачи, ты их выполняешь, чтобы на других соревнованиях применить их на более высоком уровне. Сборная Самарской области по дзюдо почти сформирована. В каждой весовой категории есть свои лидеры. Мы одна из лидирующих сборной в ПФО, поэтому по моим прогнозам, по работе тренеров, в каждой весовой категории у нас будет медаль. Всероссийские соревнования пройдут в Уфе и Саратове в феврале. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.